полная. Плохо, что я могу сказать. Просто надо еда иметь в виду. Тяжелый стандарт станина, темп стрельбы, плюс один урон, плюс одна обойма. Вот получается, если вот этот, который первый резак у нас, да, стандартный, смысла нет же модифицировать нижний блок. Но его только заменять. Нет, тут есть модификаторы верхнего и нижнего блока. No. Но если нижний блок просто поворотный, то его нет смысла модифицировать, правильно? Так. Он, возможно, воздействует целиком на все оружие. Если у него нет своего вида атаки, можно он воздействовать целиком на все. Ну вот смотри, если ты ставишь модуль, и он у тебя в поле статистики что-то улучшает, то имеет смысл ставить. Если нет, то и нафиг бы. Да, там